Добрый день, дорогие друзья, привезли две коляски на выбор, B400 и Invacar Spectre. Вот человек сейчас катается на B400, первый раз на коляске, тест-драйв, осваиваем азы. Смотри сюда, улыбнись, Шумахер. Вперед-назад. Подножки. Третья. 3-4. Это две сразу. И все. Да, здесь все. Первое общее. Чтобы поехать. Угол, да? Чтобы поехать. Вот. Это вообще не трогает, да? Ну, чтобы поехать, вы нажимаете плюсик, она переводится вот в режим езды. То есть здесь также больше, меньше. Скорость, ну, да? Зайчик больше, скорость. Меньше. Да. Это скорость. Это состояние аккумулятора. Да. Это бибика. То есть вот когда горит человечек, это вы за это управляете. Переводится сюда. Когда горит колясочка, да, то это значит коляска ехать. Впереди управляется. Не то, что она мягче, это прям. Однозначно, это привычка. Фотографируйте вы. Тут обычно берут финальники, у кого деньги, чтобы не было. Чтобы нет, потому не что на кочках, да. У него спина как раз больна. Водитель как бы напрягся. Ну как, чувствуете, что помягче-то? Это да, мягче. Так вот грубый прямо идет. А это как переваривается. Да, да, да. И да. Вот прямо уже сидишь приятней. Ну там как простой он на туалет. Все, сидишь на лавочке. В общем, как вы выбираете? Ты смотри, куда едешь. Он видит, он видит правильно угол. Пробуем пандусы, порожки. Что перепады, да, не да, было? Да, маленький перепад. О, ковры. Подожди. Вот. Даже. Без особых усилий уже. Но все равно досточки будут и. Ну просто больше ковры. Да это у нас тут вот здесь, а так все позднее. Инвалидные коляски .ру мы приобрели себе коляску. Выбор очень хороший. И такие люди замечательные там работают. Привезли коляски на выбор, подобрали. Все, мы не пожалели. Очень хорошо. Сам едет, переключает. Очень замечательно. Мы даже не пожалели, что купили такую коляску. Спасибо вам, ребята, большое, очень большое за подбор и отношения. Молодцы. Обращайтесь, пожалуйста, за покупкой. Не пожалеете. Очень хорошие ребята. Все сделают для вас, чтобы вам было удобно, хорошо и комфортно. И комфортно.